очищенных за душевною, светом богопознания, благочестия, озаряющей, девствующей под осенение Твоей иконы, пристанище неборно дарующей, всего ради заветьте. Дабы все дни иконы Твоей, полюты повторяя отклоняющая, рады все лучами чудес и посвящающая, рады все слепых прозрений, рады все омраченных смыслом просвещения, рады все слава православия, рады все дикое пристанище, ищущий спасения, рады все мать и целомудрия, рады все покровие ограждение, всех раб твоих, митрополита Григория, членицу Миаскову, протоиерея Алексея, и всех сродников наших по плоти, родителей наших, всех рабов, дружных, находящихся, болящих, раб твоих, Владимира и Татьяны, рабов Божьих, Елены и Раисы, Вячеслава, Александра, Ларисы, Людмилы и Ольи, рабов Божьих, Людмилы, Татьяны, Любови, всех раб твоих, находящихся на дне болезни, всех в нуждах находящихся, всех в печалях и в унынях, и всех преснопоминаемых, Николая Александра, Георгия Марины, Наталья Елены, Евы Матфея, Платона Александра, Тамара Ольги,